сегодня выходной день, и у нас с женой было совместное творчество в плане приготовки вот этого вот потрясающего рагу. Или жаркое, или рагу с курицей, с овощами. В общем, это было совместное творчество, и это очень вкусно, хотя я еще не пробовал. И вот почему это очень вкусно. Ну, согласитесь, да, когда такое происходит, оно невкусным быть не может. Но жена была на заготовках, а все остальное делал я. Рецепт я снял и покажу его позже, потому что нужно там, в общем, сделать его, чтобы это выглядело симпатично. Ну, попробуем, да, что из этого вышло. Хочу сказать, что не зря мы мучились, потому что делается это блюдо довольно долго, но все равно получается очень вкусно. Ну а куда торопиться, выходной день? Горячо. Раскладки по калориям не будет в конце видео, потому что я не посчитал, сколько здесь всего. Вот просто вот сделали вот такое вот и все. Поэтому сегодня без раскладки, ну в принципе, если так посмотреть в целом, то не очень много, потому что, ну что, курица, курица, овощи, овощи, да, то есть все нормально. Всем, кто обедает, приятного аппетита и потрясающего продолжения дня.